Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова школа Валерия Бовсуновского, spb-tut.ru. Django, Python, разные библиотеки. На сегодняшний день мы продолжаем писать блог, создание представлений. И наша задача – создать два представления. Вывод всех постов и вывод одного поста. Ну, с выводом всех постов проблем не должно быть. Если вы смотрели все предыдущие уроки, то мы это делали не раз. А вот с выводом одного поста здесь вы узнаете, возможно, новое. То есть наша цель, чтобы выводилось слуг, то есть слова в URL, плюс год, месяц, день и статус опубликовано. Все делаем в PyCharm. Также мы создали очень понятную структуру каталогов для того, чтобы не путать и можно было блок перенести потом совершенно в любой проект. Я очень подробно рассказал, но тем не менее дополнительно я обратил внимание на некоторые вещи. Это после просмотра курса, когда все проделаете, будете выполнять домашнее задание, где перескажете себе все и заметите, что вы все понимаете, что три параметра YAR, MONT, DAY мы... Это именно выборка полей, которую мы ранее с вами повторяли. Ну что ж, посмотрите курс. Ну, подробнее некуда просто говорить. 8 уроков на 2 функции – это нормально. Код весь тоже есть, поэтому думаю, что проблем не будет. И такие функции вы потом сможете писать уже вообще на ура. При этом, ну, не буду это говорить, потому что, учитывая, что, ну, вообще скажу, при этом, заметьте, мы используем именно свой менеджер Publishit, который мы в прошлых курсах прописывали и проверяли в консоли. Для новых людей, для вас будет все по-другому. Кстати, все курсы по шагам. Для новых говорю, что значки расположены таким образом, как бы я рекомендовал проходить. Все курсы по шагам. Открыл и пошел шаг за шагом. Работаем, что непонятно, спрашиваем в группе. Нажимаем значок и переходим в кабинет с любого места. Для новых людей будет выглядеть следующим образом сайт. Войти можно, если нет логина и пароля, под логином демо. Паролем демо и посмотреть, познакомиться. Также можно почитать новости. Мы видим, что курсы выходят постоянно, уже около 10 суток или более 10, я уже запутался, но много видеоуроков. Вам необходимо получить логин и пароль, особенно если идет акция, то вообще хорошо, можно получить доступ ко всему сайту практически за копейки. Доступ, логин и пароль пожизненный. Спасибо за доверие, успехов, все получится. Обязательно будете программировать.